Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать второе видео, самое смешное видео. У меня сегодня юбилей, и мы сегодня будем снимать вот этот ролик. Делаю до конца, и мы начинаем смотреть. У меня, кстати, 3 подписчика, ребят, молодцы, что подписались. Что это за танк? Ну и что? Мышка управляет всем городом. Котик. Маленький котик. Почему все такое вот смешное? Что это такое? Это типа мопс-чак. Побежать. А я знаю, он мопс-зад. Да, мопс-зад. Просто видно, но видно. Alright, show us how you go downstairs. Давно мечтаешь о новом пульте? Опа, на это реклама. Консоли. Мы не любим смотреть такие... рекламу. Ребята, давайте не будем смотреть рекламу. Водичка, няма. Мне кажется, это приятно. Да. Это так залипательно. Нет. Ой, блин. Чинок помогает машина чинок. Питбуль и человек. Серег он отдыхает, ему так нормально, да, вот. Он лап поднял. Чё? Какая-то другая песня. Собака. Что это такое? И что здесь? О. Да. Классно. Котик. Котик? Я отдыхаю, хозяин. Вали отсюда, пока я тебя не загрыз. Хозяин. Голубь. Полетели. Что это сейчас было? Почему на голубя встал? Что это котик? Котик. Выходим. Пальчик. Пальчик. Странный нос треугольный какой-то. Вкусный, да? Выход тарать. Котик с ума сошел. Хозяин, ну что ты меня гипнотизируешь? О, Белочка. Damn, boy, he's thick! Ох, ничего жирного, ты ребят! Ничего жирного вообще! Съедай. Няма, няма. И хва-хва. А я знаю такой фильтр. Мы с таким фильтром в ТикТоке были. У нас Инстаграм. И чё? Что это? Это тюлень. А что тюлень делает в городе? А как он... Где его вода? Сколько здесь овец зачем? Что ж такое? Семья. А мимия гулия мигатигатия. Это мама белая. Папа черная, черная. Бывает. Или дочка.
Все пони такие тёплые. Толстенькие. Кто это там? Там все эти хохла. Собачка, ещё одна собака. Хватит. Голос где забитый, пока выходит. Что у него? Угрожаешь? Морда бандитская. Морда бандитская. А ну-ка, пошел нахер отсюда и про злодея свою забери. На материться. Не знаю, не материться. Голом сейчас. Когда совсем ты жестокий дома. Жесткий. А дома тебя... Я не успела прыгнуть. Так. Что это? Так. Кто-то пришел. Пришел. Я пришел. Да. Ух. 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 Это называется машина, которая съедает огурцы. Нет. Не, съедают. Она их просто откусывает кровно, как треугольники. То есть это нормально? Она сейчас все съест, нет? Нет. Чего? Нифига. Биби. Ох, я так понял, только это жесть. Бьет. Котик, да. Котиком. Сейчас поставим машину. Никто не... Два... Он их... Что? Любит. Ого! Ребята, что это что за ролики? Вы все равно не смешно, какая-то плохая серия, но знаете, я все равно говорю, что вы подписались на меня, и я прям... Радостный. Почему котик орёт на всю еду? Оперативники не сразу поняли, что в их сети попался один из участников банды Кибальчича Шалва Чалатин. Что? Сначала он прикидывался простачком, испугавшимся милиционера. Свидетели... Лисон какой-то штука. Шляпа, осколотый, как называется. Нормально. Напичка. Что это за конверт? Ты его разрезал. Что это? Крик для кошки. Это Симба. Мама Мэй! Мама Мэй! Меня защищает? Ну ладно, ребята, кому понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!